копипаст с небольшими изменениями. Я вам его скину. На самом деле, более важную вещь, которую я вам хочу сказать, это касается опасностей, которые поджидают нас, работая с базой. Да? О, есть такая штуковина под названием SQL-инъекция. Да? SQL-инъекция, когда нам в код могут что-то внедрить. То есть код исполнится не так, как он нам нужен. Да? На самом деле, вообще есть разные как бы варианты SQL-инъекции. На самом деле это все одно и то же, только с небольшими вариантами. И здесь, смотрите, какая что. Понятно, что сейчас примеры, которые я вам сейчас буду показывать, это достаточно тупые примеры. То есть такие примеры сейчас только Вася Пупкин допускает. Но тем не менее, Вася Пупкин их очень много, да. Вот. Смотрите, первый пример вот такой. Смотрите, стандартная вещь. У нас приходит какой-то текст. Ну, мы дали поисковый запрос, да? Мы берем эти данные и абсолютно никак не фильтруем. Понимаете, да? А потом у нас стоит вот такой запрос. Да? Посмотрите, как выглядит запрос. MySQL query, да? Select то-то, 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 from use, when use caption, like. И туда подставляется наш неотфильтрованный запрос. Да? Что делает злоумышленник? Злоумышленник, поисковый текст, набивает вот такую вещь. В результате чего вот этого строка подставляется на место вот такой строки. И результирующий запрос получается вот такой. Понятно, да? Вот этой апострофом он закрыл вот этот процент. Получаем we use text like процент, то есть что угодно, условно говоря, да, and news там, ID after, там можно вообще что угодно понапихать. Так или иначе. Вот. Таким образом, да? Это один из вариантов. Вот.